конкурсы, соревнования, марафоны и выставки. В Магадане стартовала акция «За здоровый образ жизни». Продлится она до 30 ноября. В рамках акции проведут более 100 мероприятий. В них примут участие объединение городского волонтерского корпуса, учреждения культуры, образования и спорта. Присоединиться к акции может любой желающий. Возрастного ограничения нет. Могут и дети, и взрослые, и пенсионеры принимать участие в этой акции полностью. Есть план мероприятий, и по нему уже действуем полностью. То есть о нем можно узнать на сайте мэрии города Магадана. Там сразу будет написан адрес, место проведения и время. Вы можете прийти, любой человек пожелать, именно принять участие.